Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. И я продолжаю цикл симулятор РПЛ сезон 2023-2024. 17-й тур ЦСКА Ростов. Всю Москву заволокло снегом. Ранее в такой же обстановке Зенит створил просто невероятно. Проигрываю к 77-й минуте 0-2. Он выиграл в итоге 2-4. Поверить в это было просто невозможно, но это факт. И теперь ЦСКА требуется во что бы то ни стало обыграть Ростов. Ростов, который тоже не лишил мотивации на этот матч. И он летит вперед. Гач. Давило. Глебов. Не просто армейцам. Желтый площадь Ермаков. Лещенко. Глебов. Да, что-то придумает ЦСКА. Но пока все упирается в ростовскую стену. С четырех защитников. Ноль удара даже в сторону ворот. Редно. Через Акинфеева решил в итоге ЦСКА разыграть. И в принципе это помогло. Появились разрывы между линиями. Из-за болотной прессингует удар Мухина. Своего попадает Ермаков. Ух. Да, это ЦСКА. Не просто Писякову. И Здоровнов из Злая заброс. И удар. И как сейчас вы Злаев не забил. Только снежное поле может быть этому причиной. Лохани. Миронов. Роша, молодец. Принял на себя этот удар. Мухин выбил от греха, падаешь на угловой. Бэрамян. Розыгрыш. Неплохо ведь. Там Мляков. Дайло. Заболотный. Держит сам. Ключи от Мухина. Мухин. Удар. Писяков. Это первый удар в створ. Вообще в матч. Кенфеев просто стоит греться. Ну, вот Ростов первый удар в створ нанес. 0-0 по голам. 1-1 по ударам в створ. И просто армейцам в каждом матче выжимать себя максимум. Но пока что они справляются. Дайло. Замену ССК. Выйдет Федор Чалов. И выйдет Константин Кучаев. Связка Кучалов появляется на поле. Заболотный это, конечно, про Динамо, но не про Ростов. Ой-ой-ой. Камальченко, выход 1-1. Акинфеев. Герой просто Акинфеев. Великолепный сейв. Барамян. А вот в пользу Ростова.
Неожиданно замену ЦСКА. Вместо Максима Мухина выйдет Матвей Кисляк. Что молодому доверится Федотов? Слоев. Челов. Дайло подключает. Облякова. Тут простреливает. Армейцам нужен всего один момент. Один момент, и они его могут забить. Ух ты! Вот вам и Кисляк. И пас сначала, и Чалов удар, гол. Все начал Кисляк своим отбором. Ну и Файзулаев под кадром. Федор Чалов. Очень прозорливым оказался Владимир Федотов. Очень. Все замены пришлись в тему. Гайч. Лоханя. И Герман Игнатов. Камличенко. Ростов прибрал мяч к ногам. Миронов. Агапов. Надежно играет. Дайло. Бляков. Дайло. Удар. Секов на месте. Все тот же Дайло в отборе активен. Чрезмерно активен. Желтая. Секов не совсем уверен. В воротах. В передачах. Давило здорово на Облякова. Сам же Обляков ломится. Удар. Точно в руки Псякова. Еще одна замена ССК. Тактическая. Саша Здор появляется вместо Облякова. Кисляк сзади срубает, срывает атаку. Надо специально, чтобы все успели вернуться. Терентьев. Миронов против Реднова. Подача. Агапов вынес. Файзулаев. Дайло. Улетает вперед Виктор Дайло. И зарабатывает на себе фол от Германа Игнатова. Подача Кучеева. И все. 1-0. Добилась победы ЦСКА. 68-я минута. Гол Федора Чалова. Ну и Матвей Кисляк. Отбор и голевой пас. Молодец, Федотов. Браво, Федотов.